60-й юбилейный день рождения встречает сегодня Ирина Анатольевна Кисель. Ирина Анатольевна, с юбилеем вас поздравляют администрация и профсоюзный комитет Открытого акционерного общества «Торгмаш». Молодость наша, счастливый и стремительный миг, не понятый нами, но всеми надежно хранимый в памяти. Наши новые лета – это богатство, мудрое время, которое позволяет не совершать ошибок и радоваться жизни такой, какая она у нас есть. Пусть же все ваши дни будут наполнены искристой радостью, позитивной умиротворенностью, бурными впечатлениями, новыми озарениями и убедительными победами мудрости. А все жизненные перемены мы желаем воспринимать как любопытные круизы, которые обязательно окончатся счастливо и принесут только радость. Пусть юбилей прибавит вам оптимизма и заряда бодрости на долгие года. Бегут года стремительно, нам удержать их хочется. Но то, что было в юности, ушло и не воротится. Но так уж мы устроены, природой все оплачено, и каждому мгновению своя судьба назначена. Достигли в жизни многого, но ведь не все исчерпано. Пусть до конца исполнится, что вам судьбой начертано.